Панфилова Вера Михайловна обратилась с заявлением в Следственный комитет по поводу размещения публикации на видеохостинге «Мамаев про то, что смотрят» на видеохостинге YouTube сведений, где она является сотрудником полиции в гражданской одежде с изображением морды свиньи в области ее лица. Кроме того, видеозапись, ну, скриншот фотографии был еще ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте опубликован. Как пояснила Панфилова в ходе дачи объяснения, конфликт начался с 10 ноября 2023 года, когда вы обратились, я так понимаю, в дежурную часть отдела полиции номер 3 МВД России по городу Мурманску. После этого была приглашена ответственная от руководства, в данном случае как раз Панфилова Вера Михайловна. У вас с ней что-то произошло. При этом, я так понимаю, осуществлялась аудио, видео, там, фотосъемка. И в дальнейшем с 11 ноября вы стали размещать все в сети интернет. Вот по этому поводу вас пригласили получить у вас объяснение в рамках проведения проверки. Все понятно? В принципе, понятно. Да, сейчас построим форму получения объяснения. Сначала укажем сведения, характеризующие вашу личность. В дальнейшем вам предложу пояснить более подробно о деталях и задам уточняющий вопрос. Сегодня 7 февраля 2024 года, город Мурманск, следователь по ОВД Куртуков ПВ в кабинете 209, Король Игнатий 48. По паспорту личность ваша установлена и подтверждена. Иные данные какие-либо желаете сообщить? Нет. О себе, о своей личности? Не желаете. Так, вам разъясняется, что если не владеете русским языком, право приглашать переводчика. Не нуждаетесь, да? Нет, не нуждаюсь. Угу, иных участвующих лиц у нас нет. Так, ну, технические средства, понятно, применяются, оргтехника Куртукова. Разъясняется статья 51 Конституции Российской Федерации, что вы не обязаны свидетельствовать против самого себя, своей супруги, супруга и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК Российской Федерации. Давать объяснение на родном языке или языке, которым владеете, пользоваться помощью переводчика бесплатно, заявлять отводы участвующего в вопросе лицам, заявлять ходатайство, приносить жалобы на действия, бездействия, решения дознавателя, начальника подразделения дознания, органа дознания, прокурора, следователя, суда и иных лиц, являться на опрос с адвокатом, ходатайствовать о применении мер безопасности. Права понятны? Да, понятно. Тем более нужно что еще разъяснить? Да, нет. Все. По анкетным данным тогда, характеризующей личность, в этой части будете давать показания? Нет, не буду. Все, что касается частной жизни, никак не. Так, все, что касается сведений о моей частной жизни, пояснять не желаю, да? Да, не желаю. Нет, не желаю. Ну, и желаете воспользоваться статьей 51 Конституции Российской Федерации, да? Я просто не желаю. Только по обстоятельствам, да, получается? Да. Поясните, под какими учетными записями вы зарегистрированы на видеохостинге YouTube и в социальной сети ВКонтакте? 51 статья Конституции. Поясните, у вас имеется свой канал с названием «Мамаев про то, что смотрят» собака «Мамаев про» на видеохостинге YouTube и в социальной сети ВКонтакте? 51 статья Конституции. Поясните, 10 ноября 23-го вы обращались в отдел полиции номер 3 УМВД России по городу Мурманску, расположенным по адресу Мурманск, улица Щербакова, дом 5. Если да, то с каким вопросом был ли решен ваш вопрос? Так, 10 ноября, да? Да. Да, обращался. Сейчас, подождите секундочку, ответ. Да, 10.11.2023 года, самостоятельно, да, обращались?
Сами? Нет, я сейчас поясню. Обращался в качестве представителя. Так, в отдел полиции номер 3. Время еще можете указать? Примерно во сколько? Я не помню. Вторая половина дня, это точно. Во второй половине дня сейчас в отдел России по городу Мурманску. В качестве представителя. Да, в качестве представителя по поручению моего доверителя. Для того, чтобы выяснить определенные вопросы, которые возникли, а именно отказ в ознакомлении с материалами доследственной проверки. Сейчас в ознакомлении с материалами доследственной проверки по ранее поданному заявлению, да? Да. От 21 и 29 сентября 2023 года. Заявитель подал заявление, обратился за помощью, да? Да. Но результата никакого не было, да? Или ответа? Был отказ по возбуждению уголовного дела, постановление вручено не было. Сейчас возбуждение уголовного дела, однако само постановление об отказе, да? Линия об отказе в возбуждении уголовного дела вручено моему доверителю не было, да? Не было. Соответственно, пришли с вопросом выяснить, что с заявлением, какое принято решение, ознакомиться с материалом. Сейчас, подождите, соответственно, я вместе с доверителем. Фамилию, инициалы доверителя будете называть, нет? Нет, не буду. Я вместе со своим доверителем пришли в отдел полиции номер 3, да? Ну, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Да. Я просто могу путать конкретные даты, потому что мы обращались много раз. Я просто не помню конкретно 10 ноября, какой был разговор, но в любом случае велась видеофиксация. Но всегда постоянно видеофиксация велась? Я всегда веду видеофиксацию. Но в любом случае велась видеофиксация, которую я веду постоянно. Видео и аудиофиксация я веду для того, чтобы потом, в случае чего, вот как сейчас, можно было легко восстановить хронологию событий. И отбиться от незаконного... Так, подождите, аудио и видеофиксацию я веду для того, чтобы всегда можно было восстановить хронологию событий. Ну все, тогда я напишу так. Восстановить хронологию событий. Ну и зафиксировать само событие. То есть это нужно в любом случае. Когда я общаюсь с представителями власти, я всегда фиксирую. Тем более, если я общаюсь по поручению моего коллеги. То есть я, когда общаюсь с представителем власти, по просьбе доверителя, да? По просьбе доверителя, по собственной инициативе, всегда произвожу видео и фотофиксацию, по возможности. Стараюсь проводить, да? Да, по возможности. Не всегда это возможно, но когда я иду к представителям власти непосредственно общаться, я всегда готовлюсь для этого. Аудиофиксация.
Поясните, 10 ноября, находясь в отделе полиции, с кем вы из сотрудников полиции сначала начали разговаривать и куда обратились? Ну, если я не путаю дни, мое первое обращение с моим доверителем, скорее всего, было как раз в этот день, и обратились мы к дежурному. Если я не путаю, то это первый раз, да, получается? Да. Первый раз был, когда я со своим доверителем обратились в дежурную часть. Отдела полиции номер 3. Угу. Дальше. Дежурный Константин, фамилию не помню. По имени Константин, да? Да, вроде Константин. Ну, я говорю, я могу запутаться, почему? Потому что было много посещений. Ну, я предполагаю, что это именно тот день. Угу. Фамилию не помните. Фамилию не помню, да. Попросили вызвать кого-нибудь из руководства. В связи с тем, что как бы у нас уже на руках имелось предписание прокуратуры, где было указано, что сотрудник... Сейчас мы попросили его вызвать кого-либо из руководства, да? Да. Из руководства отдела. Ну, кто отвечает за деятельность. В связи с тем, что у нас, что на руках имелось? Предписание прокуратуры об устранении замечаний, а именно ознакомить нас в полном объеме с материалами непосредственной проверки. Замечания, то есть ознакомить нас с материалами доследственной проверки в полном объеме, да? Да. Угу. Я говорю, я могу не путать, я просто сейчас не готов вот так вот вам точно сказать, про тот я тебе рассказываю или не про тот. Ну, в конечном итоге я вам рассказываю суть конфликта, потому что конфликт как таковой не имеется. Угу. Я так понимаю, потом дежурный пригласил ответственного, да? Это оказалось вот Панфилова. К сожалению, не так все было. Это возникла конфликтная ситуация с дежурным, вот этим Константином. Угу. Так, ну, получается, в полном объеме. Так, но дежурный, получается, вам материалы не предоставил? Ну, он и не должен был нам представлять, мы у него не просили материалы. А конфликт из-за чего произошел? Мы просили позвать руководителя. Конфликт из-за того, что он стал говорить, что к руководителю нужно записываться на личный прием, вот там у нас стенд и график и тому подобное. Ну, так, то есть, но с дежурным у нас возник конфликт, так как он отказался... Ну, пускать вас, да, к руководству, он либо вызвать? Он отказался пригласить руководителя. Он отказался, ага, вызвать начальника отдела, да? Начальника отдела, либо иное лицо, да, получается? Лицо. Ну, уполномоченное. Человек уполномоченный, да, решает данный вопрос, к которому мы пришли. Мы ему, соответственно, показали документы, это на видео зафиксировано. Что ж... Вот это постановление прокуратуры, объяснил я ему конкретно, по какому вопросу и так далее. Угу. То есть проблема была озвучена. Ну, хотя я ему объяснил, зачем мы пришли, да? Да, и суть проблемы. Да, запись была зафиксирована. Угу. И как раз для того, чтобы нас потом не обвинили, что мы там себя как-то неправильно ведем и тому подобное. Все было зафиксировано. Все в тот момент, да, получается? В тот момент фиксировалось под видеозапись, да? Да. Угу. Далее. Далее он все-таки соизволил вызвать руководителя. Пришла Панфилова Вера Михайловна. Так, далее все-таки к нам спустился руководитель Панфилова Вера Михайловна. Да, она, насколько я понял, была старшая в этот момент в отделе полиции, ну, дежурная. Там, ну, ответственная от руководства, насколько я понял, за тот момент. Да. Ответственная от руководства, она получается. Сейчас, подождите, вопрос сразу. Поясните, ранее вы знали Панфилову? Нет, не знал, первый раз видел. Нет.
Видео впервые, да? Да. Угу. Так, все, далее тогда пришла Панфилова. Да, соответственно, мы решили вопрос, где нам комфортно поговорить, чтобы это было не в поле. Ну, разъяснили и суть своего обращения. Я начал разъяснять, говорю, давайте, чтобы не общаться через стекло, потому что она сначала пришла не к нам в пол, а к непосредственному дежурному Константину. Чтобы через стекло не кричать, я ее пригласил к нам. Она пришла к нам, мы говорим, где будем решать, может быть, вы нас куда-то проведете, там комнаты, там тому подобное. Она говорит, хорошо, записала к нам в журнал, попросила, чтобы я видел... Секунду, подождите, я же это так, суть своего обращения, чтобы не кричать через стекло, так как Панфилова ВМ сначала находилась в дежурной части, да? Ну, со стеклом, да, там, ну, да, мы в комнате. Мы позвали ее, да, получается, в коридор. Да, чтобы нам, ну, холл отдела полиции, общаться, да? Потому что там этот Константин сделал телевизор громко, который там, ну, у них висит. Короче, там приходилось кричать. Для того, чтобы не меня слышали, и полиция, чтобы я слышал. Дежурный нам препятствовал, да, в общении с ней? Он препятствовал вообще решению нашего вопроса с самого начала. Это потом, после того, как он начал писать жалобы, которые на него были оформлены, которые были в том числе до Следственного комитета. Почему-то никакого ответа по этим жалобам нету. Сейчас дойдем, в конце там все укажете, я все зафиксирую. Так, сначала, находясь в дежурной части, мы позвали ее в холл отдела полиции, так как дежурный Константин препятствовал нам в общении с ней. А также, что он еще делал? Нет, он общение с ней не препятствовал. Но вы говорите, нам громче делал. Нам было неудобно общаться, потому что телевизор так, шумит. После того, как я разъяснил Панфиловой суть своего обращения, чтобы не кричать через стекло, так как Панфилова сначала находилась в дежурной части, мы позвали ее в холл отдела полиции. Да, ну, непосредственно, чтобы с нами общалась, не вот так. Все, дальше. Дальше она пригласила нас к себе. Так, я уточнил, что мы будем вести видеофиксацию. ВМ. Она разрешила сейчас, видеофиксацию. Подождите, пригласила нас к себе в кабинет, да? Да. Кабинет. Я предупредил. Ну, она пригласила к себе, там она не уточняла, в кабинет, она говорит, пройдемте, там... Васил, ко мне, там, куда ко мне? Ну, с собой, да, тогда? Да. Угу. Вы ее тут, получается, в холле предупредили, да? Да, именно в холле сказал, что мы будем фиксировать на видеозапись. Она подождите, сказала, хорошо, без я, проблем. Находясь в холле отдела полиции, запятая, номер 3, запятая, предупредил Панфилову, да? Да, ну, это видео, что ведется видеозапись. Угу, что, ну, скрывает. Продолжу, да, тогда вести... видеосъемку. Что мы будем фиксировать нашу беседу. Она сказала, хорошо, но до кабинета выключите, пожалуйста, видеозапись. Так, я продолжу вести видеосъемку, так как будем фиксировать нашу беседу. Да. Беседу. Но Панфилова ВМ предупредила. Ну, попросила, да, получается? Да, отключить, но в момент, попросила. Пока мы проходим до того кабинета, мы там идем, включить, чтобы я выключил видеозапись. Видео... Я, соответственно, выключил видеозапись. Видеосъемку. Пока мы будем идти по отделу полиции, да? Ну, пока но идем, когда дойдем до кабинета, да, можно будет включить. Да, да, да. Это... Видео. Это опять же уже когда я включил в кабинете, это все зафиксировано, она дает согласие на видеофиксацию, ну, положить. Угу. Все, так, все, идем, идете дальше, доходите до кабинета. Все, заходим в кабинет, я, соответственно, включаю видеофиксацию. Так, вот, все, подождите, после того, как мы зашли в помещение кабинета вместе с Панфиловой, да? Ну, все вместе зашли, вместе. Я, доверитель, Панфилова, да, угу. Я с ее разрешения включили или нет? У нас согласовано было еще в ходе, да. Я с ее разрешения, запятая, она, так как... Она на видеозапись говорит о том, что я не запрещаю вам производить видеофиксацию. Поле. Включил видеосъемку, да? Да, но при этом она сказала, что я запрещаю выкладывать все видеозаписи. Сказала мне... запрещает выкладывать
Видеозапись в сеть интернет, да? Ну, либо запрещает, либо не дает согласия. Я сейчас формулировки точно не помню, что запрещает, запятая, либо не дает согласия, да? Да. Не дает. Я и предложил данный вопрос решать. Сейчас, секундочку, помимо... сказала мне, что запрещает, либо не дает согласия выкладывать видеозапись в сеть интернет. Угу. Все, дальше. Я ей предложил данный вопрос решать в гражданско-правовом порядке и не отвлекаться от того вопроса, по которому мы пришли. От того вопроса, с которым мы пришли, да? Да. Угу. Значит, подробно я объяснил ситуацию. Мой доверитель показал все необходимые документы. Сейчас затем я подробно... и всю ситуацию. Угу. Доверитель показал все документы, это, естественно, все было зафиксировано, чтобы все это было как доказательство. Чтобы сейчас доверитель показал ей все необходимые документы. Угу. А, это все-таки не первый наш приход был. Потому что мы до этого были с Бухаровым разговаривали. Вот я сейчас вспоминаю, да. Вот тогда мы как раз ей объяснили, что, говорит, она препятствует ознакомлению с материалами доследственной проверки. В тот день? Да. Вот когда мы с ней общались, это вот, я просто не помню, какое это было число, но вот когда мы с ней общались, мы, значит, еще ранее были в отделе полиции. Потому что ранее мы общались с Бухаровым. Это начальник дежурной части. Так, подождите, уточню, что это был наш не первый приход. В тот день, когда я разговаривал с Панфиловой, ВМ, я еще ей указывал, да, получается? Да, что мы ранее были что по данному ранее вопросу. Мы по данному вопросу уже обращались, да? Да, уже обращались. В отдел полиции, да? В отдел полиции. Угу. А, непосредственно беседу вели с начальником дежурной части Бухаровым Дмитрием Павловичем, так по-моему. Начальником дежурной части? Да, Бухаров Дмитрий Павлович. Ну, ДП поставим, да, Бухаровым ДП. Угу. Ну вот он там намного чего наобещал, но в итоге ничего не было решено. И в итоге возникли препятствия с ознакомлениями с материалами доследственной проверки. Соответственно, не было обращения в прокуратуру. Соответственно, прокуратура вынесла предписание, вот с которым мы уже пришли. Так, добавлю, что Бухаров намного чего обещал, да. Но результата не было, да? Результата не было, да. Угу. Мой доверитель уже приходил без меня, вот, и Бухаров ей отказал в ознакомлении с материалами дела, по-моему, сославшись на то, что вот у него ничего нету, кроме как постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Не помню, когда дал он мне и не дал, но как бы, ни с чем он меня знакомил. Угу. Соответственно, вот эту ситуацию мы рассказали. Что нам незаконно отказывают. О том, в сети интернет? А? В сети интернет рассказали? Нет, Панфилову рассказали на приеме, вот когда мы у него были. Соответственно, всю эту ситуацию, да? Да, мы рассказали. То есть и саму суть проблемы, о чем было заявление, да, там у нас заявление было по факту мошенничества. И то, что мы не можем ознакомиться с материалами доследственной проверки в связи с отказом возбуждения уголовного дела. Ссылались там соответствующие нормы, говорили про статью 140 Уголовного кодекса, препятствует нам. Сейчас ссылались на правовые нормы. Угу. Говорили, что нам препятствует, да? Да. Панфилова, когда разобралась, вникла в ситуацию. В ознакомлении с материалами, да? Препятствует. Да, с материалами, соответственно, проверки. Ну, так, называем процессуальные проверки. Процессуальные проверки. Угу.
Соответственно, когда она разобралась, в принципе, доходчиво мы ей объяснили и показали, и документально, и как угодно, она искренне выразила удивление, почему нас не ознакомливают с материалами расследственной проверки. Прям у нее это получилось очень искренне. Совсем разобралась, она искренне, ну, была удивлена. Да, говорит, проблем никаких нет, пишите заявление, вас ознакомят. Мы говорим, так вы написали заявление, в том-то и дело, что нас не ознакомливают. Нас ограничивают, нам не дают определенную информацию, чтобы обратиться в гражданско-правовом порядке с исковым заявлением на того человека, в отношении которого мы подали заявление о совершении преступления. Тем самым, ну, нарушалось ваше право, да? Да, нарушалось. На обращение в рамках гражданского, ну, с исковыми требованиями в рамках гражданского судопроизводства. Нарушалась статья 140 Уголовного кодекса, а именно на получение информации, документов, собранных в установленном порядке, который касается непосредственно интересов моего доверителя. То есть был состав преступления. До сих пор никто не возбудил уголовное дело. Никто не привлечен к дисциплинарной ответственности. Никто. Ни один сотрудник отдела полиции. Подождите, до настоящего времени ни один из сотрудников полиции не привлечен к установленной законом ответственности. Да? Конечно. Есть все признаки статьи 140 уголовного кодекса. Я еще раз это повторяю. Ну, за данные. Это было совершено группой лиц, я так понимаю, по предварительному сговору, потому что это не может быть так, что Панфилова сначала говорит одно, а потом делает совсем другое. Потому что, судя по тому, как действовал начальник отдела полиции Чухарев Николай Валерьевич, именно с его инициативы все это происходило, потому что и на него лично я подавал заявление, в том числе по 140-й статье Уголовного кодекса подавал заявление. До сих пор работает. Я надеюсь, недолго будет работать. Так, до настоящего времени ни один из сотрудников полиции не привлечен к установленной законом ответственности за данное. Но вы считаете это преступление, да? Это я не считаю, это и есть преступление. Угу, то есть сотрудники полиции действуют группой лиц, которые будут собраны в установленном порядке. Более того, я ссылался и на решение Конституционного суда, и на решение Верховного суда, и два предписания прокуратуры мы принесли. Но все, что можно было сделано, и звонки были соответствующие сделаны, и на личные приемы приходили, которые неоднократно были записаны. Ничего, никаких действий нет, никто не привлечен к ответственности, никто. Ни Бухаров, ни Панфилова, ни Ивкин, ни Чухарев, никто. Ну, это я не знаю. Ну, поэтому мы и пишем заявление, которое Следственный комитет почему-то, ну, даже не рассматривает с точки зрения УПК. Он просто подшивает в номенклатуру какого-то там дела, понимаете? То есть вот этот бардак, который происходит. В номенклатуру подшивает полиция. Я вам говорю, что дальше наше заявление не доходит, что уже есть преступление в рамках 151 статьи УПК. Все наши заявления должны быть переданы в Следственный комитет. И объяснение я должен давать именно здесь. Вот почему-то, когда Панфилова подала заявление, сразу же мне позвонили и пригласили на дачу объяснений. А все наши заявления, которые ранее были поданы, в том числе мной лично было подано заявление на личном приеме у Чухарева, начальника отдела полиции, о том, что он совершает преступление, прямо на личном приеме. Угу. Опять же, это все зафиксировано на видео. До сих пор никакого ответа, ни привета. Я понял вас. Если вы не согласны с действиями сотрудников полиции, у нас надзирающий орган – прокуратура. Если вы усматриваете в их действия признаки преступления, то можете обратиться с заявлением к нам. Так, либо внизу почтовый ящик, либо к дежурному следователю, либо посредством сети интернет. Павел, да? Да. Павел, смотрите, много способов, как подать заявление, много. Один из способов – это подать заявление на того человека, на которого подаешь заявление, прямо через него. Тем более, я это делал в отделе полиции, я делал это официально, под видеозапись.
Они никогда не открестятся от этого. Даже если можно я перебью вас немножко? Смотрите, вы обратились с заявлением, да? Сотрудники полиции провели проверку. Они не усмотрели в нем признаков преступления. Они имеют право там что-то усматривать. Это заявление. Вы обратились. Они не усмотрели. Они провели, скорее всего, по данному факту служебную проверку, которая предусмотрена ведомственным нормативным актом. Если результаты служебной проверки не подтвердились, ну, состав, либо преступление, административное правонарушение, они материал в комитет не передают. Павел, правильно вы сказали, они списали его в номенклатуру, и оно Павел, у них осталось. Смотри, простой момент. Если я пишу и под диктовку говорю, передать в Следственный комитет, согласно статье 151 УПК, принять одно из трех решений. То есть третье решение. Передать на рассмотрение мое заявление. Какая номенклатура? Какая проверка? Они обязаны в рамках УПК просто передать мое заявление. Нет. Если там усматриваются признаки да преступления. Да нет там никакого «если». Они как должностные лица должны передать. Это в УПК прописано. Какие «если»? Там еще написано, ну, возьмем, к примеру, следователя рассматривает, процессуально независим. Он принял решение. Вот следователь вынес там решение какое-то, передача по подследственности, об отказе возбуждения дела. Вы же ссылаетесь на статью 140 УПК. Но если они вас не уведомили... Если я хочу подать заявление о совершении преступления сотрудниками полиции, я должен это делать исключительно непосредственно в Следственный комитет. И не могу это сделать через отдел полиции. Отдел полиции, если усмотрят, они передадут. Ну как, они если усмотрят это... своих действий, они проводят проверку. Они заинтересованные лица, их обязанность вот, передать. Вот подождите, они заинтересованы, так обратитесь в комитет, вот вы же приехали. Ну, так я поэтому и спрашиваю, правильно я понимаю, что для того, чтобы мне подать заявление на сотрудников полиции, мне нужно исключительно Следственный комитет подавать, минуя сотрудников полиции. ДПСнику подойти и сказать, вот мое заявление на сотрудников полиции, передайте, как положено, согласно статье 151 УПК. Правильно я понимаю? Нет. Смотрите, если вы обращаетесь к сотрудникам полиции, у них 736 приказ. Они обязаны, ну, в устной форме, в письменной, посредством интернет, они зарегистрировали его. Вопросов нет, никто не укрывает преступление. Согласны со мной с этим? Согласен. Обратились к инспектору ДПС, ну, заявили о совершенном преступлении. Вы, может, заблуждаетесь, там, добросовестно, возможно. Может, там и нет. Возможно. Сотрудник полиции обязан принять это заявление, зарегистрировать его в дежурной части, ну, по телефону, ну, без разницы, как на письмо, и провести по нему проверку. Да не имеет права он проводить проверку. Ну что ж вы говорите, вы работали в отделе полиции номер один. Вы опытный сотрудник, вы откройте УПК, давайте вместе почитаем. Принимается одно из решений о возбуждении уголовного дела, об отказе возбуждения уголовного дела. Либо о передаче по ведомственности. Да, да. Вот. Других вариантов там нет. Абсолютно с вами согласен. Так все, что нужно. Какое решение приняли сотрудники полиции никакого. По вашему заявлению? Ну, не может из быть этого перечня никакого. Ну не может быть. А я могу, что может быть, потому что они даже не присылают нам ответы. Нет, они нам говорят, что мы вам отправили по почте. А нам ничего подождите, нет. Подождите. Подождите теперь. Ни наших ответов на наши обращения. Что касается ответов. По принятому решению, вот вы с доверителем, то, что обратились к сотрудникам полиции, попросили копию. С этим вопросов нет. УПК предусматривает, вам должны направить уведомление и приложить к нему копию принятого решения. Согласны со мной? Ну, немного еще должны, но они этого не делают. Нет, ну да. Если сотрудник полиции не сделал этого, вы вправе обратиться в надзирающий орган, в прокуратуру. Ну, там не предписание, скорее всего, представление, да, внесли они, прокуратура, акт реагирования, да, что предоставить возможность. Кроме того, возможность ознакомиться с материалами проверки предусмотрена самим законом о полиции. Я знаю. Все. Они обязаны. Если вам это не предоставили, вы вправе обратиться к их руководителю. На основании вашего обращения 707 приказ, они обязаны провести проверку. Да сам Шухарев этим занимается. Он сам наверняка дал указание вот этим своим подчиненным препятствовать Мамаеву и моему доверителю, не давать материалы дела. Мы его подтягиваем под видеозапись, говорим вот так, что он это делает. Он до сих пор не дает нам письменный ответ.
Смотрите, я не знаю, как в полиции сейчас, но у нас вот сидит секретарь, я вынес, принял решение, отдал уведомление, его регистрируют в книге, электронный учет, оно в любом случае должно быть. Если его нет, вопрос. Ваше право нарушено, вопрос. К сотруднику дисциплинарное наказание. Процессуальные документы, которые в ОПК прописаны, как минимум постановление об отказе в уважении уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела, либо там передача. Вы каким образом отсылаете своим заявителям? Вот секретарь сидит, ей отдаем. У вас должны быть доказательства, что... Ну, конечно, у нас учетная книга, электронная запись, бумажка. Заказными письмами, либо нет? Нет, не заказными. Каким образом вы докажете, что было отправлено? У нас есть исходящие, у нас есть реестры почтовых отправлений. Это слова. Вот я нет, говорю, я вам могу предъявить. Я вам говорю, вот я начальнику отдела полиции номер 3 говорю Чухареву, вы ничего не отправляли, вы врете. Покажите. И он не показывает, потому что я вам не обязан ничего показывать. Говорю, а как вы докажете, что вы отправили? Пишите потому, что... обращение в рамках проверки, они тогда установят написано, это факт. Все, я же вам еще раз объясню. Ну, вам написано, быть. Прокуратуру написано. Никто ничего не делает. Видео есть на эту тему. Все есть, никто ничего не делает. Никто ничего не делает. А сейчас по первому щелчку вы меня вызвали. Вот понимаете, прям чудеса творятся. По нашим многочисленным обращениям никакого телодвижения нету, даже не приглашаете на дачу объяснений, дополнений там каким-то. Хотя я во всех заявлениях пишу, имеется видеоматериал, по первому запросу предоставлен. Прошу себя, вы пригласите меня дать объяснение, я вам видео, аудио предоставлю, все это. Более подробно распишу. Ничего не происходит. Здесь я вам ничего не... Вот здесь надо вот заснять ваше лицо, понимаете, что вы улыбаетесь. Вам смешно, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Мне не смешно. Не смешно, а мне смешно. Мне смешно, почему вы меня пригласили давать объяснение. Вы пришли, явились, по первому щелчку Панфиловой, понимаете? А по нашим заявлениям никаких телодвижений нет. Я вам сейчас говорю, что сотрудники полиции перечисляют конкретные фамилии, имя, отчество и должность этих товарищей. Говорю, кто чего сделал. Есть видео и аудиофиксация. Это значит, Бухаров, Панфилова, Ивкин, Чухарев. Уволить всех и однозначно. А еще лучше посадить. Только понимаете? Я этого делать не буду. Почему? Что касается вопросов их увольнения, у них свое руководство, у них контракт заключен не со мной. У них есть руководитель, да понятно, обращайтесь к нему. Все подождите, вопросов нет. Понятно с этим? Дальше. Сделать, посадить, понимаете? Не посадить. Если есть законные основания, установленные УПК, УК Российской Федерации. Какие законные основания? Есть для возбуждения уголовного дела, проведения расследования. Зафиксированы на видеозапись нарушения прав граждан. Прям очевидное, понимаете? Подождите, перебью вас. Если вы считаете, что они не предоставляют вам уведомления о принятых решениях, это дисциплинарное наказание. Оно накладывается руководителем по результатам проведения служебной проверки. Который, на мой взгляд, сам дает такие указания. Ну, потому что Панфилов, о чем мы здесь отвлеклись, сказал, что да как это, да проблем не вижу. А потом, когда пришел мой доверитель без меня, она начала, ее, условно говоря, вот так вот динамить, как это делал, Бухаров. Вот вы сейчас называете... Панфилов, там, Бухаров, Ивкин, без разницы. Я даже не знаю суть материала проверки, по которому вы пришли. Так, кто должностное лицо, которое принимало решение? Это не к ним вопросы. Дальше, вы говорите, Бухаров вам там пояснил, у него ничего нет. У него и быть не может. Он начальник дежурной части, как вы пояснили. Так, идите в штаб, идите к руководителям следствия, дознания, участковым. Кто принимал решение? Мы когда разговариваем с кем-либо... Сейчас, подождите, я еще перебью. Это сейчас в данном случае не предмет проведения моей проверки. Я вам просто разъяснил, потому что я немного знаю, я работал в органах МВД. Кто тянет за язык Бухарова? Это я не знаю, я пояснить не могу. Ну кто их тянет за язык? Не знаю. Дальше. Вынес, возьмем пример. Следователь Иванов, либо дознаватель. Обратились к его руководителю. Нет, прокуратура, надзирающий орган. Нет, руководитель органа дознания, начальник отдела полиции, руководитель следствия. Нет, начальник полиции области, начальник он города, полиции, сначала города, Кизима, Талалаев. Нет, идите в УМВД.
главный инспектора даже были, Цилик или как его там, даже у него не были, знаю. Все зафиксировано. Если... Дальше, не помогает это, скоро имеете право обратиться в суд. В Москву скоро поедем. Ваше право. Поедем, записывайтесь, да, на прием. Сейчас здесь всех обоем по несколько раз. Весь вот этот маразм покажем. Ну, маразм, не маразм, это не маразм. Будем давать оценки. Ну, мое мнение, это маразм. Неоднократное посещение. Это крайняя степень маразма, понимаете? Крайняя степень маразма. Когда прокуратура два раза указывает, как вы говорите, документ выносит, говорит, ознакомить в полном объеме. Сидит, чухает, и начинает из себя что-то строить. Строит. Ну, тут же не написано с персональными данными ознакомить. Так что прокуратура должна прям перечислить каждое ли дело, с каким ознакомлен, с каким нет. Там четко написано, в полном объеме. Зачем вот эту вот чепуху творить? Ну, это, я считаю, неправильно. Неправильно. Я считаю, что это неправильно. И должны наказать. Если материал проверки проведен, и вы обратитесь, я вам предоставлю его в полном объеме. А вот, персональным, а вот начальник АП номер 3 так не считает. Он считает, что он может... делать там подарки новогодние. Он говорит, что по закону я вам не должен показывать, ознакомлять с материалом следственной проверки, но нате, смотрите. И это все он делает это под видео. Это надо быть, извиняюсь за выражение, я выражусь, это мое мнение, это надо быть либо умственно отсталым, либо ничего не бояться. Потому что вы говорите, обращайтесь в прокуратуру. Так а прокуратура им указывает, а им плевать на прокуратуру. Прокуратура имеет право применить к ним меры реагирования. Какие? Не предоставление, повторно напишут, привлекут по 17.7 КОАП, штраф наложат на руководителя отдела. Ну где? Где штрафы? Где все? Я не знаю ваше. Я тоже не знаю. Дальше. И у вас есть право, привлеките, возбудите уголовное дело. Если будут признаки преступления, в данном случае неуведомление гражданина не является основанием для возбуждения дела. Я вам говорю о том, что дела. Отказывали с ознакомления с материалами доследственной проверки. Мы прошли огонь и воду, неоднократные посещения. Мы туда ходили, условно говоря, как на работу. Суд обратились? С жалобой в порядке 124-125. Суд истребует материал. В порядке 124 мы обращались. Я считаю, что мы должны были пройти по вашему руководству, не через суд, а просто чтобы найти вот эту цепочку, откуда растут ноги, понимаете? Откуда растут ноги? Когда мы пришли в УМВД по Мурманской области, там сказали, да нет, конечно, да бред, конечно. Мы говорим, так накажите, это Чухарева, накажите, увольте, что-нибудь сделайте. То есть они нам на видеозапись говорят, что это бред, мы приходим это, к Чухареву, и он продолжает этот бред творить. И никакого наказания нету. Ему плевать просто на все. Плевать на прокуратуру, на вышестоящее руководство. Заявление, которое мы пишем, тоже никуда не уходит. Он даже не регистрирует нам ответы. Ни исходящий номер, ни дату, ничего не пишет. Это сейчас мы его обучили делу производства. Наконец он начал писать как, что-то, как-то писать, понимаете? А то у него постановление от 19 декабря отказ уже не уголовного дела, а письмо сопроводительное от 18 декабря. То есть он же письмо написал, так сказать, готов был отправить. Постановления еще нету об отказе. Вот таких ляпов там же куча, понимаете? Ну я не надзираю за ними. Так вот, я не знаю, кто там надзирает. Понимаете, в чем самый парадокс? Нам уже областная прокуратура звонит и говорит, приходите, пожалуйста, к нам. Мы вас ознакомим с материалами доследственной проверки. Мы у них спрашиваем, да вы же, а вы что, вы не своим делом занимаетесь. Этим нужно заниматься отдел полиции. Зачем вы берете за них, может еще расследование начнете за отдел полиции проводить, понимаете? Это как оценивать? Это оценивать, что у них нету воли, у них нету полномочий. Они что, боятся начальника отдела полиции наказать? Я не могу оценку давать действиям тех сотрудников. А я могу давать. Я могу, потому что я могу себе позволить, как гражданин, давать оценку. Я считаю, что оценка это отрицательная. Как прокуратуре, так и отделу полиции. И так и Следственному комитету. Я уж не знаю, кто тут виноват, почему наши заявления не рассмотрены. По вине это отдела полиции, или это по вашему бездействию, я не знаю. Я тоже не знаю, поступали ли к нам. Ваше предложение, понимаете, ваше предложение, пойдите туда, сделайте то, я расцениваю как уже оскорбление, понимаете? Лично для себя. Мои предложения? Да, ну я оскорбительного характера. А что я вам предложил? Вот вы мне разъясняете, пойти подать в прокуратуру. Я вам разъясняю порядок действий. Не надо мне разъяснять. Вот я говорю, что я не нуждаюсь в советах и разъяснениях, понимаете? Потому что то, что вы говорите, уже было сделано 10 раз. Мы разговаривали из отдела управления
МВД России по Амурской области самым главным, Веселовским, самым главным, понимаете? Угу. Который, на мой взгляд, хам. Я на него подал заявление по 128.1 мирового судьи, которое вывернуло это заявление. Я еще не знаю, не получил постановление, какую причину оно вернуло. Потому что этот товарищ точно так же препятствовал получению соответствующей информации, участию меня как доверителя, точнее как представителя моего доверителя, потом по другому делу. Потому что ему якобы нужна была доверенность, когда непосредственно заявитель находится, я при нем нахожусь, и он говорит, что вот, это мой представитель представил все остальное, понимаете? Вот этот вот цирк, он идет везде. Как они туда попадают, я не понимаю. Я не понимаю, почему заявление в отделе полиции номер один принимают 2,5 часа. Сотрудник полиции, у него уже кличка такая, лысый, понимаете? Почему не будем он сотрудников полиции, все свои возражения отправляйте на Веселовского. Так отправляем. Ну он их руководитель, он так заключает контракт. Так руководителей надо. Ну это не ко мне, он назначен министром МВД. Его кому, назначают. Павел, кому надо обращаться? Не ко мне. Не к вам? Я не владею кадровой обстановкой в МВД и не назначаю и не увольняю сотрудников. Так вот я вам, Павел, советую, я понимаю, что вы пошли на повышение, возможно, да. Но я считаю, что если вы хороший человек, да, на мой взгляд, надо искать другую работу. Я не обращаюсь в такие структуры, стараюсь не обращаться. Если обращаюсь, то от имени своих доверителей. Потому что к вам обращаться бесполезно. Нет, комитет проведет проверку. Вас уведомят, вы получите и решение, и уведомление. Человек, сосед, ножом бьет по башке, угрожает убийством и не возбуждает уголовное дело. Ну не может быть такого. Не может быть. Вред здоровью. Я вам говорю, что есть это все на напишите заявление. По данному поводу. Да написано все, вы меня придете. Не слышите, что ли, а? Ну куда вы написали? Вы меня слышите? Говорю, напишите, придите завтра сюда, истребуем материал, проведем проверку. Павел, вот то, что я хотел от вас получить. Вот вы сейчас сказали, мы напишем, мы принесем. Сюда принесите. Я говорю, тут следователи проведут проверку. Изучим материал, посмотрим. Может, заявим ходатайство перед прокурором. Ну я не дежурю, я дежурю уже. А мы подстроимся под конкретный день, мы через вас подождем, а вы как должностное лицо, все вот эти заявления, мы их, что нам, долго их повторно распечатать? Распечатайте, сделайте. По городу преступление было совершено? По городу, да. Вы принесите, у нас завтра, ну, хотите на прием придете к дежурному следователю, можете внизу в ящик скинуть, вас через 2 дня, в течение 2 дней вас вызовут, опросят также. И... Ну, мы попросим копию материалов, возможно, нам предоставят ознакомиться. Павел, Павел, как вы считаете, устраивать карусель, это не злоупотребление своими полномочиями? Вы знаете, что за карусель? Карусель – это когда вместо того, чтобы продлить срок, скажем так, предварительной проверки, да? Ну, не предварительно, есть просто проверка. 3, 10, 30 суток кубка предусматривается. Да, да, продлить проверку до 30 суток, по ходатайству перед прокурором, прокурор может, так сказать, удовлетворить это ходатайство. Но вот вместо, чтобы это сделать... Вы говорите про орган дознания в данном случае. Я говорю про сотрудников полиции. Там до орган дознания, как нет, до них, сотрудники, у нас все делами подождите, занимаются участковые. Сотрудники почему? Полиции имеют право продлевать 3-10, да. Потом им продлевает прокурор до 30. Да. Сотрудники следствия 3-10, потом они продлевают у руководителя следственного органа. Прокурор, да, уже над ними не надзирает. Согласен. Вы, да, все правильно говорите. Я говорю о другом. Я говорю о том, что люди, вот эти вот сотрудники полиции, получив вот это заявление, где человеку нанесли травму ножом, холодным оружием, в ночное время постучались в дверь, он вышел, его чуть ли там не зарезали, он чудом жив остался, оттолкнул и спрятался у себя в квартиру. Вот. Вместо того, чтобы провести как необходимые действия, там, экспертизу, все остальное, ну, как положено, да, они выносят отказ в возбуждении уголовного дела. И говорят, да ты не волнуйся, его все равно отменят. Ну, это понятно, очевидно, это нельзя, это так, особенно, когда если Мамаев подключился, да, то уже отменят и не раз будут отменять, пока не возбудят уголовное дело. Но вопрос-то не в этом, вопрос в том, что они тянут резину, они злоупотребляют своими правами, сотрудники полиции. Потому что вместо того, что если вам нет времени,
А у них как же получается? 10-го было заявление, а 18-го они вынесли постановление об отказе. То есть они даже вот эти рамки не использовали всех дней, понимаете? То есть у них есть 3 дня, потом могут на 10 дней продлить, потом еще целых 30 дней, неважно, там через руководителя следственного отдела, либо через прокуратуру, неважно, у них есть это все дело. Но они занимаются чем? Они выносят фиктивное постановление об отказе от возбуждения уголовного дела, и все! Пока пересылка, пока тусю, пока отменят, потом это проходит месяца. Так вот это называется карусель. Верховный суд давно на эту тему сказал, что это незаконно, это волокита. Абсолютно с вами согласен. Так их нужно неоднократная отмена, которая в случае непроведения следственных действий и отказ по одним и тем же основаниям, да, основания для привлечения к ответственности. Ну, по результатам проведения служебной проверки, не могу вам так сказать. Нет, ну вот если, допустим, вот эти факты подтверждаются, что... Это нарушение, числа, это нарушение. 10 числа было заявление о совершении да, преступления. Я понял, на 8 сутки... 18 числа, через 8 дней был отказ от возбуждения уголовного дела. То есть они не выработали вот эту вот норму, которую даже они позволяют. Да. Более того, они не ходатайствовали перед прокурором там, или еще перед кем-то. Неважно, они не ведут работу. Никакую работу не ведут. Они формально отказывают возбуждение уголовного дела, и потом вот эту карусель, потом отменяется это постановление, потом вносится новое, и вот эта карусель идет вечно, понимаете? Вот у нас по делу так называемый холодильник. Сейчас 4-е постановление об отказе возбуждения уголовного дела. То есть 4 круга, 4 проверки. 5-я проверка сейчас должна проводиться, 5-я проверка. Кто-то должен быть наказан, а? Но мне кажется, не то, что он должен быть наказан, он должен быть уволен. И в отношении него должно быть возбуждено уголовное дело. Потому что я прямо говорю, меня вынуждают это говорить. Это мое мнение, я подчеркну. Я считаю, что крышуют этот бизнес мошенников. Крышуют, понимаете? Другого вывода у меня не напрашивается. Я не утверждаю, это мое мнение. Потому что из того, что происходит, у меня складывается это впечатление. Я смотрел ролики в сети интернет, у меня есть свое мнение по этому поводу, но в данном случае я вам его озвучивать не буду. То, что отменяют, я с вами абсолютно согласен, я немножко больше знаю в этой части, ну и в связи с чем это происходит и для чего, но свои высказывания я оставлю при себе. Здесь, если вы считаете это нарушением, неоднократной отмены, ваш доверитель, непосредственно потерпевший, имеет право обратиться в суд с исковыми требованиями. Нарушается разумный срок, ну, производство по уголовному делу, в то же время по материалам проверки. И, скорее всего, суд примет решение в пользу доверителя. Без суда нельзя. Но вы же обратились уже неоднократно, я так понимаю. Прокуратура, подождите, вы обращались в том числе в прокуратуру. Да. Прокуратура – надзирающий орган. Она приняла решение, она вынесла акт реагирования, там, провести, не знаю, служебную проверку, еще что-то. Но следователь, там, дознаватель, ну, следствие, они дело, ну, я так понимаю, по линии мошенничества, до настоящего времени не возбудили. Понимаете? Я не знаю, смотрел ваши ролики, что они понимаю. Что делают, понимаете? Мы об этом ничего не знаем. К нам ничего, никакие письма не посылают. Нам Чухарев ничего не посылает. Он... Только нас посылает, понимаете? Это дисциплинарное правонарушение, дисциплинарный проступок. Почему руководство, которое смотрит вот эти, как вы говорите, ролики, смотрит, да? Почему они не принимают никаких решений? Это не ко мне вопрос. Ведь информация для того, чтобы принять решение, может быть получена из источников СМИ, да, абсолютно согласен. Почему они этого ничего не делают? Почему они себя дальше позорят? Потому что они знают, что мы приходим в открытую производим видеофиксацию. Смотрите, вот. Ну, иное уголовное дело, я вам просто для сведения сообщаю, что сотрудники полиции также проводят мониторинг СМИ, устанавливают, когда признаки преступлений, вот они делают сообщения. Вот сотрудник СМИ, ОМВД, о том, что там-то произошло, смотрит, делает сообщение, которое регистрируется, это понятно, что и на основании этого возбуждается дело. Просто в данном случае, что касается вас и ваших доверителей, я не знаю. Но сотрудники полиции также... Вопрос допрашивается.
Допрашивается, само собой, вопрос, какая это есть заинтересованность, правильно? Ну, как иначе? Ну, возможно, может быть, возможно, да? Лично. То есть, согласитесь, мое мнение, что кто-то что-то кого-то крышует, оно как-то обосновано, правильно? Ну, я не могу об этом говорить. Я же не исследовал этот вопрос, и материалы никакие не проводил. В городе Мурманске очень много пострадавших от так называемых мошенников, вот этих ремонтников на дому. Очень много пострадавших, которые умышленно вытягивают деньги от людей, ничего не ремонтируют, ну просто кидают. Эта схема уже известна. Известно, какая организация этим занимается, кто эти люди, почему не возбуждено. Можно вас перебью? Я житель города Мурманска, я также сталкиваюсь с такими группами, организациями в сети интернет, но у нас есть право у каждого. Либо обращаемся с заявлением в суд в рамках гражданского, либо в полицию. Полиция в данном случае усматривает в большей части гражданско-правовые отношения, потому что подразумевает договор оказания каких-то надо услуг. Подождите, пока законодатель не конкретизирует в пленуме где-то, не добавит часть вот касающуюся этого, полиция так и будет отказывать. Но еще раз забегу, я следователь Следственного комитета, у меня другая сейчас подследственность. Это понятно. То, что касается вопросов их подследственности, нужно разбираться с МВД и прокуратурой. Если нет, я не знаю, там ходатайствуйте перед прокуратурой. Может, прокурор имеет право передать дело, материал там, в Следственный комитет, в иную структуру. Все это красивая теория, как написано в книжках. А по факту ты приходишь, тебе говорят, идите на три буквы. Суд. Какой суд? Жалоба. Очнитесь. Мы живем в правовом государстве. Павел, мы давно не живем в правовом государстве, поэтому я вам и говорю, что вы находитесь в такой ситуации плохой, что вы будете всегда нехорошим человеком, понимаете, в глазах граждан, потому что вы на данный момент отдуваетесь за всех тех, которые, за всю ту систему, в которой вы находитесь. Поверьте, приходим мы в суд. А в суде по беспределу точно так же не принимают исковые заявления. По беспределу. Ну, не может быть такого. Ну как не может? Я вам могу приводить конкретные примеры, потому что я это знаю, как происходит. Вот, нет, допустим, вы мне дайте на бумажном носителе, если там нет тайны, я готов ознакомиться. Зайдите на сайт Октябрьского суда, введите мою фамилию, материалы дела. Попозже. Давайте по предмету проверки. Давайте, ответ письма. Да, и что касается непосредственно сейчас Панфиловой. Так, рассказали, ни один не привлечен, нарушилась статья 140 на получение документов, собранных органами полиции. Я так понимаю, вы пришли, побеседовали с ней, записали ее на видео. Она вам не разрешила распространять его? Знаете, вот мне ее разрешила, не разрешила до одного места. Знаете почему? Угу. Потому что кто она такая, чтобы решать мои права? Все. Как-то ограничивать и тому подобное. Ну, а вот ее закон... в том числе кодекс этики, да, там для сотрудников полиции. Профессиональная этика есть там такой. Обязывает вести себя соответствующим образом. Так вот, она, согласно этому кодексу, пункту 5, не заслуживает уважения. Ну, это ваша позиция. Это не моя позиция, это прописано в пункте 5. Почитайте, пожалуйста. Нет. То, что она. В суде я об этом говорю. И подал соответствующие возражения. Я думаю, что суд рассмотрит это дело и даст соответствующую оценку поведению Панфиловой. Как в суде, так на службе, так за пределами службы. Я не знаю, что происходит в суде. У меня только сейчас предмет проверки. Я вам просто объясняю, что вот Панфилова, когда совершает вот эти действия, она ведет себя крайне некорректно. Крайне некорректно. Запрещая гражданам, не ссылаясь на норму права, что-то делать. Я же не говорю ей, я запрещаю там сидеть как-то неровно или еще что-то делать. Вот то, что мне, допустим, не нравится, либо я хочу. Любой сотрудник полиции, если ограничивает в правах кого-то, да, он должен назвать норму права. Почему это не делает Панфилова? Почему это не делает Чухарев? Почему это никто не делает? Потому что они либо не знают эти нормы, либо оказывают психологическое давление. Потому что моего доверителя без меня Чухарев принимал у себя в кабинете, заставил ее оставить телефон, выключить даже аудиозапись. Все заставил сделать, понимаете? Еще чуть-чуть и штаны заставит снять. Кто эти сотрудники после этого? Как к ним относиться? Меня раздражают те люди, которые говорят, я запрещаю вам видеофиксацию. Вас я
не фиксирую, потому что вы следователь. Поверьте, если бы не это маленькое обстоятельство, здесь давно бы уже работала видеокамера, понимаете? Угу. Давайте я... Поэтому я продолжаю, говорю о том, что... Подождите. Я проигнорировал ее вот это все требование, потому что оно незаконно. А размещение в сети интернет? Предложил ей обратиться в суд, в судебном порядке решать все вопросы, о чем я ранее дал объяснение. Поясните, вам известна инструкция о пропускном режиме в административное здание отдела полиции номер 3, утвержденная приказом 393 от 1 марта 2023 года об организации пропускного режима на объекты МВД России по городу Мурманску? У меня инструкции ваши, внутренние документы никак не касаются. Если мне Панфилова разрешила производить видеофиксации в кабинете, в котором она производит личный прием, что предусмотрено той же самой инструкцией, на которую вы ссылаетесь, да? Личный прием граждан ведется, в том числе при видеофиксации и аудиофиксации. Нет, нет, нет. Я на другую ссылаюсь, которая установлена и действующая. Ну, так я вам сказал, что я проходил тогда в кабинет, где запись была выключена. В чем проблема? Подождите сейчас этот... Поясните, известно... Про инструкцию известно? Нет, что... неизвестно. Я не собираюсь изучать эти инструкции. Но видеосъемку, да? Документы. Видеосъемку... Я вел с разрешения Панфиловой, да? Да, это зафиксировано на видеозапись. Я в суде говорил, здесь я могу сказать, что если бы она начала препятствовать видеофиксации, мы бы просто бы развернулись, бы ушли. Беседовать как минимум в том месте, где она не будет запрещать. По крайней мере, мы бы зафиксировали сам факт ее отказа с нами побеседовать или подали соответствующее заявление по статье 286 «Превышение должностных полномочий». Если бы Панфилов начал препятствовать проведению видеосъемки, да, мы бы развернулись и ушли, и все, да? Да, потому что это... На эту тему есть разъяснение прокуратуры, что человек, когда запрещает, незаконно запрещает производить видеофиксацию, если это простой гражданин, он совершает самоуправство. Это 330-я статья Уголовного кодекса. Если сотрудник полиции, то это 286-я статья «Превышение должностных полномочий». Но не имеет права на запрещать. Подождите, дальше. Поясните, перед проведением аудио-фото-видеосъемки в отделе полиции номер 3 10 ноября заместителем, ну, начальника СО Панфиловой, а также иными сотрудниками полиции, вам разъяснялся пункт 31 вышеуказанной инструкции? Ничего мне не разъяснялось. Согласно которой производство на территории ОП-3, ну, видео, аудио, звука, разрешается только по служебным запискам, подписанным начальником МВД России по городу Мурманску, либо лицом его исполняющим. Ничего мне не разъяснялось, и еще раз вам повторяю. Подождите, подождите, подождите. Так, ответ. Нет, запятая. Инструкциями руководствовались для того, чтобы они в рамках своих этих внутренних приказов и инструкций действовали. Если бы сотрудник полиции дал мне законное распоряжение не вести видеофиксацию, я бы ее просто не вел. Так, нет, ничего мне не разъяснялось. Еще раз поясняю, да, получается, поясняю, что, ну, не ознакомлены с внутренними инструкциями, да? Они не должны мне с чем-то ознакомиться. Они должен должны выдвигать быть... законные требования. Я, в принципе, туда попасть не могу в отдел полиции, ну, за эту дверь, которая закрывается. Я же туда попадаю в сопровождение, под запись в журнале, правильно? Ну, это пропускной режим, это она же есть. Ну да, да, я туда просто так не могу попасть. Просто некоторые пункты, получается, данной должностной инструкции, ну, инструкции, они выполняют, удостоверяются в вашей личности, смотрят паспорт, после этого в сопровождении их вы проходите до там нужного кабинета. Да. Но а в части видео, аудио вам не разъяснялось. Ничего не разъяснялось. Нет, я вам еще раз объясняю. Смотрите, я понимаю, я вам сейчас инструкцию говорю, вот порядок прохождения они соблюдают. Вы на данный момент задаете вопрос, который не имеет отношения к сути. Почему? Потому что если гражданин приходит на прием к руководству, да, по записи, не по записи, назначенный, не назначенный, не имеет значения. Он в любом случае имеет право свою беседу фиксировать сотрудникам полиции. В любом случае. Вопрос, каким образом это будет право обеспечено, это уже проблемы того должностного лица, который должен руководствоваться вот этой инструкцией, который должен знать ее наизусть. Он ее не должен мне разъяснять. Он должен руководствоваться и сказать: Владимир Владимирович, здесь видеозапись выключите, включите ее в кабинете.
и завести меня в кабинет тот, где эта запись разрешена. Угу. Потому что режимно, не... Ну, потому что так, да. У них есть на первом этаже соответствующий кабинет. Я знаю, в отделе полиции номер один. Вот как заходишь, да, вот это ведь сразу налево дверь, знаете, да? Всегда там без проблем заходишь. Ну вот, как... Сейчас соображу так. Ну да, получается, если с холлом смотреть, налево дверь, и сразу же налево следующая дверь. Ну, участковый где сидит, да, дежурный участковый. По разговору. Вот. Ну, я воспринимаю это помещение, как раз это помещение, где можно без проблем все фиксировать. Там нет ничего, там стол, стулья, все, и компьютер, и участковый там сидит. Mm-hmm. Вот он берет объяснение. Всегда я это не режимный кабинет, да? Не режимный кабинет. Не режимный кабинет. Так я вам открою, предупреждаете и включаете, да? Да, более того, я вам скажу так, вот последний раз, когда я был на беседе в РИО начальника отдела полиции номер 3, Натиком Паладовичем. Ну, короче, неважно. Так я у него спросил, я понимаю, что я зашел к нему в кабинет. Потому что это было на втором этаже, по-моему, то есть не на первом этаже, потому что эти кабинеты находятся на первом этаже. Ну, вот я уже в инструкции вычитал. Вот, соответственно, не в инструкции, а в приказе МВД 707. Ну, то есть тоже там расписано, как ведется личный прием и тому подобное. И там все про это порядок рассмотрения обращений граждан. Да, дальше. Да, да, да. Ну вот это в любом случае это наше обращение. Вот, по нему вам и должны дать ответ и предоставить. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что они сами нарушают свои инструкции. Так вот, вот этот врио начальника, я у него спросил, можно включить видеозапись? Включай. Все включили, вот я там все это заснял. Какие вопросы? Нет никаких вопросов. Вот это сейчас, сейчас вот эта попытка выставить Мамаева, то, что он производил видеофиксацию там, где нельзя. Почему нельзя? Вам же Панфилова разрешила. Так, а зачем тогда этот вопрос? Ну вот сейчас мы спустимся вниз, там у нас такая же инструкция висит, только комитетская. Но вы же пришли, заявили мне ходатайство на проведение, которое я вам удовлетворил на аудиозапись. Мы все проводим, так? Я просто уточняю вопросы. Панфилова же... Ну, она, по идее, мы подразумеваем, она же знает эту инструкцию, приказ города. Смотрите, я вот смотрите, я всем сотрудникам полиции говорят, когда там тыкают, без подписи, без ничего, картинка там, камера нарисована, ну там вот это перечеркнуто, что якобы нельзя вести видеофиксацию, аудиозапись, а вот это все. Вот тыкают, вот смотрите вот на бумажку, да ты что, на заборе тоже написано. Они там, кто-то, по-моему, мне говорит, вот указ по голосованию с начальником. Так не, давайте начальника. Я никуда не пойду, пока мы сейчас не согласуем этого вопроса. Давайте начальника, спрашивайте начальника. Так Панфилова в суде заявила, знаете что? Что говорится, вот в течение какого срока производится вот это согласие дается? Типа немедленно. Да что за бред она несет? Да никогда этого не было. Да начальника просто может быть не быть на месте. То есть для того, чтобы подать заявление под видеозапись, она начинает требовать, вы должны сначала подать заявление о том, чтобы подать заявление, условно говоря, под видеозапись. Вот, инструкция, тут этого нет. Ну так это она сама получается изобретает велосипед. Я к чему это говорю, что вот этот вот уведомительный характер, уведомление о том, что я веду аудио- либо видеофиксацию, носит исключительно уведомительный характер. Я не должен перед вами отчитываться. Вы должны просто понимать, что когда к вам приходит гражданин, его нужно принимать не на режимном объекте, а в специально отведенных местах. И не надо нас ставить, извиняюсь за выражение, раком, для того, чтобы мы подали заявление. Напишите еще вот это, еще сделайте вот это, и вот это, и вот это. Да не должен я этого делать. Я к вам пришел с заявлением, говорю, я хочу подать под видеозапись заявление. Все, пожалуйста, принимайте. Абсолютно с вами согласен. Я вам просто иду сейчас на уступку, я написал вот это ходатайство, вот это все. Но вы понимаете, что это формальность. Вы не можете мне отказать. Но нет у вас законных оснований нарушать часть 4 статьи 29 Конституции. Но нет, правильно? Угу. Это формальность. Чисто для того, чтобы, ну, условно говоря, даже узаконить мою вот эту аудиозапись, потому что в тех объяснениях мы можем отдельной строчкой написать, что значит, ну, проводилось я аудио, вел, фото, да. Все, и тогда я потом в любом суде эту запись приобщу, и это будет как доказательство, понимаете? Не надо будет даже усираться, что там ее тайно, не тайно вел, тому подобное. Вот в эту фразу добавили. Потому что, когда, как вы правильно сказали, когда вот я с Панфиловой, не с Панфиловой, господи,
вылетел из головы вот этот следователь, да, Кондратьев, он даже с озвучкой фамилии. Кондратьев, так все, я все следственные мероприятия, которые проходили у меня в кабинете, все происходили по долгой записи. Абсолютно все. Ну, это не касается, не будем. Там естественно, в протоколе это все отмечалось. Я к чему это говорю, что это право мое, понимаете? Нет, там вопросов не было, там чуть-чуть другое. Нет, все, это, поясните, на какое техническое устройство вы осуществляли видеосъемку в отделе полиции номер 3 МВД России по городу Мурманску 10.11.2023? Ну, на этот вопрос я не хочу отвечать. Ну, 51, да? Да. Все 51. Поясните, заместитель начальника Панфилова, а также иные сотрудники полиции, после того, как вы 10.11.2023 осуществили видеосъемку в отделе полиции номер 3, просили вас не размещать данный материал в сети интернет? Не помню. Вы же говорили, что Панфилова вам не разрешала, вы сказали, что обратимся, ну, может, граждан. В личном кабинете, когда, в смысле, когда мы находили, давали свои вот тут. Все, только не тогда помню. Сказал. Ну, что добавлю потом, тогда, не помню, но могу сказать, что когда находился в кабинете с Панфиловой, Верой Михайловной, да, то она просила не размещать ее в сети интернет, да? Я не знаю, это просила, запрещала, требовала. Ну, я выше давал на эту тему. Ну, запрещала. Это под видеозапись зафиксировано, соответственно, можно получить этот материал у меня и посмотреть, что там как было так, сказано. Поясните, когда, где, а именно по какому адресу, с какой целью разместили в сети интернет материалы, полученные в отделе полиции? Пишите крупными буквами. Не, я сам тут разберусь, как написать. А я шучу это, да. Пишите, что ничего нигде не размещал. Ну, вы, да, получается? Да, я. Напиши. А то, что Панфилова цирк устраивает в суде, вместо того, чтобы решать свой вопрос в порядке особого производства... Дальше давайте. Поясните, после размещения 11-го уже в сети интернет на канале с названием «Мамаев ПРО», в социальной сети ВКонтакте видеоматериал изображена заместитель начальника Панфилова, она обратилась в Октябрьский суд с исковыми требованиями к вам. Ну, она в сети увидела, мы не знаем, кто размещал, но обратилась почему-то к вам. Ну, почему-то ко мне, да, обратилась. Да, обратилась ко мне, да? Угу. Ну, видимо, предположила, что раз видеофиксацию вел я, значит, как-то и дальше я должен отвечать. Ну, не знаю, логику я ее не понимаю. Видеофиксацию вел я, то я и должен отвечать. Ну, я так предполагаю, что у нее такая логика. Хотя, если бы она была юридически грамотная, она бы посмотрела, как минимум, много информации на эту тему есть, что в данном случае суд рассматривает в особом порядке данные дела, когда невозможно установить человека, который распространил ту или иную информацию. Так что суд рассматривает... Не в порядке исковому производства, а в особом порядке данных дела. Не в порядке исполнительного производства, да? Не в порядке искового производства. Угу, это с приставами. Особый порядок есть. Установление юридически значимых фактов. Угу. Поясните, что является предметом рассмотрения исковых требований Панфиловой? Ну, с чем она не согласна, что обжаловать? Вот я могу сказать одним словом. Это какая-то чепуха. Вот чепуха. Я до сих пор не понимаю, что он от меня хочет. Я, по сути, занимаюсь уже юридической консультацией ее и ее адвоката. Говорю о том, каким образом обеспечиваются доказательства. Так, я в судебных заседаниях говорю ей и ее адвокату, каким образом обеспечивается сбор доказательств. Доказательства обеспечиваются. Ну, другими словами, понимаете, каждая сторона должна доказать. Ну, я понял. Есть 56-я статья Гражданского процессуального кодекса, которая не предлагает, а обязывает. Вообще странно, почему суд... Вконтакте вы ее разместили, скриншот страницы.
Да? Его нужно нотариально удостоверить, что она там нарисовала, где она это все сделала. Понимаете? Поясните. Это либо делается запрос, да, судья обеспечивает, ходатайство должно быть сделано, госпошлина заплачена. Либо идешь к нотариусу, нотариус это все делает, заходит на следующую страницу, все это фиксирует, так должно происходить. А когда мы в суд выходим, и у нас нет ничего, а вот с него 2,5 миллиона, вот с него, я хочу с него. А почему с меня? И почему подняли? Миллион же был. Я не знаю. Последний раз подняли, потому что я ввел видеофиксацию судебного заседания. И опять же, ее изображение попало в сеть интернет. Опять же, Мамаев. Поясните, поисковым требованиям заместителя начальника Панфиловой в Октябрьском районном суде города Мурманск принято решение или нет? Нет, не принято. Ну, до настоящего времени, да, получается? Да, в марте там, по-моему, не помню, какого или 8-го. Не, на сайте смотрел, я думал, там 28 января вроде же должно было. Не, ну, тут еще будет не раз откладываться. Дело-то интересное. Поясните, в социальной сети ВКонтакте вы, либо кто-либо по вашей просьбе, писал на персональную страницу заместителя Панфиловой какие-либо сообщения? Либо сообщение. Если да, то с какой целью? Я воспользуюсь первой статьей на сегодня. Поясните, 28 декабря 23-го, находясь в Октябрьском районном суде города Мурманска, расположен по адресу Ленина, 54, в коридоре во время перерыва при разговоре с вами, кто осуществлял видеосъемку заместителя начальника СО Панфиловой? В перерыве? Да, когда в коридоре вы с ней беседовали, она сидела на скамейке. Ну, я не помню, не знаю. А у вас есть данные, что кто-то осуществлял, да? Ну, в сети интернет у вас же она имеется. Ну, я не знаю. Поясните, кто, когда, где, ну, и она же в объяснении еще указывает. Поясните, кто, когда, где, а именно по какому адресу, с какой целью разместил в сети интернет на канале с названием «Мамаев про то, что смотрят», видеохостинг YouTube и в социальной сети ВКонтакте материалы, полученные 28 декабря в Октябрьском районном суде, ну, по Ленина, 54. Вообще не знаю, кто это делал. Какой-то хулиган. Ну, вообще мне неизвестно. Конечно, неизвестно. Ну, странный вопрос. Дело находится в суде. Она решила таким образом... Мы же проводим в рамках УПК. Я понимаю. У нас на 137-й, на персональное сведение и оскорбление. В рамках доследственной проверки хочется собрать какие-то обстоятельства, чтобы... Возможно. Суд может истребовать материалы, да, приобщить туда. Вы сами понимаете, как я могу... Я задаю вопрос, вы даете ответ. Я говорю, что я без понятия, кто, что, где и как. Поясните, на видеозаписи, полученной 28-12 в Октябрьском районном суде, расположенном там-то, заместителю начальника Панфилова на голову лицо накладывается изображение свиньи. Кто мог это сделать? Без понятия. Поясните, кто, когда, где, а именно по какому адресу, ну, поясните, известно ли вам, кто, когда, где, а именно по какому адресу производил монтаж видеозаписи, полученной 28-12 в суде, там-то, а именно заместителю начальника СО 3 Панфилова на голову накладывал изображение свиньи. Без понятия. Поясните, имели ли вы умысел и желание оскорбить эту видеозапись, поясните, имели ли вы это либо иное лицо,
Умысел и желание оскорбить эту видеозапись с изображением свиньи на лице представителя власти-заместителя начальника СО-3 Панфиловой. Так, поясните, имели ли вы либо иное лицо умысел и желание оскорбить эту видеозапись с изображением свиньи на лице представителя власти-заместителя начальника Панфилова В.М.? Как звучит странный вопрос, провокационный. Если я не имею к этому никакого отношения, то зачем этот вопрос? Либо сформулируйте его по-другому, что я, в принципе, когда веду видеофиксацию, не имею никакого желания, умысла и тому подобное, кого-либо оскорблять, в какой бы ни было форме. Не имею умысла и желания, когда веду... видеозаписи, да, видеосъемку? Да, вообще, когда я общаюсь с людьми, у меня никогда нет цели кого-то оскорбить, либо унизить. Тем более сотрудника полиции. Унизить. Тем более сотрудника. Достаточно корректно, если вы посмотрите. Я общался на приеме с Панфиловой и так далее. По данным материалам в СЭЦ Следственного комитета назначена судебно-лингвистическая экспертиза. Угу. Она пришло уведомление, что принято к работе, в работе уже находится. Угу. По результатам там эксперт слова. По оскорблению, угу. По диалогу вашему. По какому ролику вы сейчас говорите? По ролику, который был произведен в суде, и с скриншот со страницы Владимир Мамаев, что за чепуха, ментовка подала иск, судебное заседание, часть 1, где 1 миллион рублей. Угу. Скриншот и видеозапись. А этот скриншот откуда взял? Который я скачал в ходе осмотра заявленных ею страниц. Угу. Ролик скачан с Ютуба, это со страницы. Ну это как-то зафиксировано? Я в ходе осмотра. Протокол осмотра составлял, следователь имеет право до возбуждения дела в рамках проверки проводить осмотр. В данном случае мы осматривали страницу. То есть вы сейчас, получается, за Панфилову собираете доказательства, правильно? Вот так вы сейчас работаете. Но да? Вы считаете, что это две плоскости, гражданский процесс, уголовный. У нас поступило заявление от Панфиловой, соответственно, мы проводим в рамках УПК. Так? Формально усматриваются признаки преступления. Хорошо, а когда заявление от нее поступило? Заявление было 9 января. 9 января. Да, я назначил экспертизу, думал, уже придет заключение. А когда вы сделали осмотр места происшествия? А я сейчас не знаю, я на этом. Он сейчас на этом. На экспертизе все. Протокол и диск, все на экспертизу отправлено. Я понимаю. То есть это было явно после 9 января. После, да. Причем не когда он поручен тут был. И как это было оформлено? Протокол осмотра места происшествия в рамках УПК с фототаблицей. Диск, видео записано на компакт-диск. То есть все как положено? Конечно. Хорошо. Но если я говорю, сейчас, когда придет заключение эксперта, мы его приобщим. Сейчас я еще в ВКЦ опрошу эксперта-лингвиста, в данном случае в качестве специалиста. А что такое ВКЦ? Экспертно-криминалистический центр. И все, и дальше будем принимать. Хорошо, какие вообще там моменты рассматриваются? В чем? В рамках экспертизы? Какие слова вызываются? Никакие. Ваш весь диалог и видео. Имеется ли в представленных на исследовании устном тексте зафиксирован видеофайле? Чтобы избежать на оптичных высказываниях, негативная оценка личности кого-либо из участников. Смотрите, я когда разговариваю по телефону с кем-то, и вообще я могу материться, умею пользоваться русским матом. Только какое это имеет отношение к оскорблению кому-либо? Что касается телефонов, разговоров, это отдельная история. Там, судя из опыта работы и практики, там неоднократно оскорбляют исследователей,
и ну, простых граждан. Но в данном случае там оснований для возбуждения дела нет. У нас, если непосредственно что касается оскорбления, ну, выражения нецензурной брани, оскорбительными словами, у нас по этому поводу есть пленум, который разъясняет, что это должно происходить в присутствии свидетелей, не менее двух, у человека должен быть умысел, также проводится экспертиза, на основании этого потом принимается решение. Я не могу понять, вот эта лингвистическая экспертиза проводится чего именно? Вашего диалога и устного текста. Так у меня диалоги такие ласковые с этой Панфиловой, что просто, я не знаю, там нечему проводить экспертизу, что там. Вот мы с вами сейчас общаемся. Следователь должен назначить. Почему должен? Вы, на мой взгляд, получается, что тратите бюджетные деньги необоснованно. Почему? Экспертиза вот эта лингвистическая проводится только тогда, когда есть основания думать о том, что вот этот диалог содержит там какие-то оскорбительные высказывания. Какие конкретно высказывания были с моей стороны в адрес прямо озвученной Панфиловой? Я что-то вообще такого даже вспомнить не могу. Несмотря на то, что я веду и аудио, и видеофиксацию, но я просто знаю, что я в принципе не могу только сказать. Какие фразы там такие? Может быть, фраз конкретных нету. Нет, там монтажа никакого нет. Это же ваша страница, оно и сейчас вроде нет. А если нету конкретных выражений, тогда мое к ней отношение, это мое личное мнение. Я ее не уважаю, это мое личное мнение. Я ее что, оскорбляю как-то? Или меня сейчас будете заставлять уважать, что ли? Или ее любить еще скажете? Я пытаюсь... Ваше личное мнение? Нет. Так все-таки лингвистическая экспертиза, это каких фраз? Ментовка, проводится? Чепуха, подала иск, Мамаев нагибает, чепуха бухает, скорую вызывает. Мамаев нагибает. Так оскорбляет меня. Какие фразы вообще взяли? Как сотрудника полиции, Панфилов указывает в своем объяснении. Так откуда эти фразы взяты? Из названия, скорее всего. Из какого? Нет, в данном случае, смотрите, мы направили... С какого сайта? Кем написано это все? Это не установлено. Сайт есть, это просмотрено, отправлено. Мамаев нагибает. Ну я могу примерно догадываться, кто это написал, но это... Нет, в смысле, я же вам говорю, Панфилова считает, что эти фразы ее оскорбляют как сотрудника. Хотя, ну, в то же время... Мамаев она... какое имеет отношение к этому? Не знаю. Разберемся, установим, докажем. Понятно. А что, ментовка это какое-то плохое слово? Мент, ментовка? Я не обладаю познаниями в области лингвистики. Мы изучали русский язык, но я не эксперт. Согласны со мной? Так вот, смотрите, есть это слово мент. Вот уже по этому поводу проводилась лингвистическая экспертиза, я помню, как-то сотрудника полиции назвал мент, когда он отказался представиться. Ну, естественно, они сказали, что ну да, это как бы грубое выражение, но ничего здесь оскорбительного нет. Ну, чуть-чуть неправильно не сказали. Мент – это мой единственный надежный товарищ. Знаете такое? Вот. Не, можно по-разному расшифровывать. Это не является оскорблением сотрудника полиции. Мент, ментовка, подала иск в суд, и что здесь такого вообще? К ней имеет какое-то отношение. Считает, что ее оскорбляют. Проведем проверку, примем законное обоснованное решение. Считаю. На этом объяснение закончено. Есть что добавить? Из изображения там не усматривается вообще представитель власти. Ну, мы-то знаем по должностным документам, что она является сотрудником уполномоченным. Нет, ну можно фантазировать все, что угодно, понимаете? Нет, то есть. Она себя позиционирует, что она обращается в рамках как гражданин. Да. И в суде она находилась в гражданской форме одежды. Кто ее не знает, никогда не скажет, что она сотрудник полиции. Ну, то есть она как гражданин заявляет, соответственно, вообще постановка такого, так, в принципе, вопроса не может ставиться. То есть если здесь и усматривать что-то, да, то, ну, как минимум, не представителя власти, а как физическое лицо. Нет. Почему? Ну, мы статью рассматриваем, у нас сотрудники, у меня должностные документы ее, и она является представителем власти. Она вправе требовать от граждан исполнения законных требований, распоряжений, которые не запрещены. Нет, смотрите, если сотрудник, если гражданин является сотрудником полиции, это не значит, что он будет везде пихать свою корочку. Если человек находится в форме, да,
и в отношении него там какие-то моменты совершаются. Да, представитель власти. А если человек в гражданской форме, то он... Я просто буду, ну, рассматривать же материал как в отношении сотрудников полиции. Нет, это понятно. Я просто про это говорю, что как бы здесь нет оснований считать. Да это же не вы выше сказали, не вы размещали, не вы... Ну, так нет, я просто оцениваю саму ситуацию, что если человек на фотографии не находится в форменной одежде, но если не видно, что это сотрудник полиции, соответственно, не может оцениваться, как это в отношении сотрудника полиции. Угу. Согласен с вами. Так, здесь что-то надо написать еще. Все, ниже нет. Лично внизу подпись.